Ну, в принципе, у меня урона много. Сейчас ауру прокачаю и плевать. Буду по жепе бить немного. Да блин. У волчар, ну, их сложно пробить. Пока что, по крайней мере. Надо чутка подкачаться. Уже какой стрим подряд стрим начинается не с гача? Это как бы сразу признак, что стрим будет хороший. Блин, я очень много по жопе получил просто так. Лыжи, борт и снегопад или дотка, чай и скинопад? Что? Мультикасты ушли в прошлое, а на 2021 год привалил скинопад от тестидроп. Новые кейсы с прокруткой на 2, 3 и даже 5 полос. Получай гарантированное количество дропа и попадай в топ с призами на 100 тысяч. А после тебя ждут кейсы за тестикоины, чтобы получить еще больше годноты. Переходи по ссылочке в описании прямо сейчас и получай плюс 15% к пополнению баланса и бесплатный кейс. Во, такой урон меня уже вполне устраивает. И скорость атаки, а то что-то с той пусть вообще нормально не могло набиваться. Пошла нарезочка. До свидания. За дебилы меня держат. Сразу видно. Разводочка пошла. Он не осознал. Блин, только второй раз сейчас такой не прокатит. ТП, это не КД. Хотя у него ульта долго КДшится. Я теперь сабелька, могу и с разворота как бы настучать по жбану. Надо кан посмотреть для кана. Мало ли там какой-то бустер сидит, а я тут такой развлекаюсь. На похую. Почему ник себе выбрал милорд? Потому что раньше был лордом. Заразили суки, ха-ха. Гача это как болезнь. Она прогрессирует. Чем больше у меня гачеров на... гачеров, что я сказал? Короче, чем больше у меня гачи на стриме, чем больше донатеров заражаются. Гачи — это моя жизнь. Май, крипитвар. А долго у тебя ТД будет? О, пошло, пошло. Иди в папке. Щинковать буду. Еще щенькану. Не, видали, видали, сколько урона наношу? Вообще жесть. А это только начало. Давай, скажи, что от меня просто убежишь. Я посмеюсь. Давай, игра, скажи, что он просто убежит. Давай, 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 я жду. Ха-ха-ха! Нихуя себе, но все равно. Я догнал его, я сломал его! Какой смысл покупать саблю не на МК, если она теперь не греется в Сильвер? Такой же смысл, как и раньше, когда саблю не грейдился в Сильвер. Ничего не поменялось. Сабля — это не придаток Сильверу, это полноценный артефакт. Мне бы оригинальный дедклок кто-то поставил. Это же это, хоть это бэтметал, но это дедклок. Обязательно надо сыграть в SD мод? Зачем? Я не особый любитель сильвердрафт играть. Я в принципе не любитель, типа, играть в кастомные сборки доты и вот это вот все. Я наигрался во времена третьего Варкрафта, как бы мне... Мне хватило, не хочу. Ничего не понял, че ты сказал, пускай будет так. А, ты про Дедклока, что ли? Мультик такой был. Так, погоди, там битва. Я что, за ворот хотел бахнуть. Здорово! Ну, спасибо за 50 рубасов и за треки. В принципе, я готов. Я смотрю, они там всем селом нападают. О, там ДД. Интересно, нам контент... Так это не контент. Если стример от этого удовольствия не получает... Это хуйня какая-то.
еще сыкать нам на хайграунд-то подняться. Уже когда-то я просил ставить дедклок, мне поставили короче, не тот дедклок поставили, сейчас послушаем, тот не тот. Есть два дедклока, сложно объяснить. А, есть дедлок, а есть дедклок, во. Ну это прям вообще знатоки только понимают, о чем я говорю. До свидания, лол. В следующий раз меня сгрызешь. Ой-ой-ой. Блин, там хуйня не дает двигаться нормально. А, я один остался. Паршиво. Да, вообще максимально паршиво. Я еще не могу сдвинуться, потому что меня застанило. Ну а Свен типа фармирует, типа что поделать. Ну ладно. БКБ-ху нужно, чтобы у меня вот такие типа дебильные станы не прилетали от... А у меня только БФ. Я сейчас МКБ-ху уже бакать буду. Конечно будет БКБ, после МКБ. Сейчас отсылим. Не, ну так-то нормально. О, что это? Что это за наглый морда? Челика за компанию забрил. Ну, как говорится, спасибо за 20 урона. Считай, талант взял. Это именно то, что я хотел. Ой! А как он меня попал с станом? Говно. Умру, нет? Не, не должен. Порчу старик хорошим. Хи-хи. Люблю гадости делать. МВГ его сделает. А, ты, наверное, из тех, кто где на видосах по сотне лайков, короче, ты один дизлайк ставишь, просто чтобы был, да? Я вот замечаю такую статистику, какая-то за... Ой! Ой, я себе нари... Вот ты мразь! У меня под статистикой видосы там 100 лайков, 0 дизлайков. И тут один приходит такой и дизлайк постоянно жмакает. Знаешь, моего Тесса? Тесса это что, Skyrim Online что ли? Не знаю, не играл. Последнее, что я играл в онлайн, это World of Warcraft. Lich King. Всё. Вот это пошло! Жара! Не, ну ты видел? Ля, какие треки хорошие. Сегодня у меня стрим хорошей музыки специально. Пацаны, я его отвез. Из меня танк паршивый, она сейчас меня с лагуны шотнет, если я останусь. О, что это? Сойдет. Еще 10 минут и Мартар накидает? Чего накидает? Плохих слов с фонтана? Она еще не знает, как бы с кем связалась. Тут дядя Кирилл на Магнусе первую катку играет. Это нормально, да? С такими юлами. А может ты нахуй пойдешь? Хуязе, заявленница. А вот это вот уже заявочка. Я просто ради интереса сейчас блинканулся, специально затестить, сработает ли у нее Юл сейчас или нет. Я после этой гадки сейчас запись гляну, просто посмотреть. Вот эти вот два момента хочу прочекать, как у нее мышка двигалась в эти моменты. Надо еще раз попробовать блинкануться к ней, у нее Юлас и сработает. Ну давай. Ну давай.
Ладно, я сейчас под фонтан прыгну тогда. А вот, собственно, и все. Ну там явно читер, там 100% читер. Там, ну это даже не обсуждается. 3 из 3. Нужны еще доказательства. Квайп, или ты опять скажешь, что это он заранее нажал. Угу, мышка была здесь, потом хуяк-хуяк вот так вот сдвинулась за макросекунду.